идет. Здрасте, ребята. Всем привет. Привет, Звук. Привет, Коксик. Ты не знаешь, почему Леша так долго не идет? Не знаю. Слушай, а зачем он тебе? Ну как зачем? Во-первых, Леша мой друг. А во-вторых, он же сегодня обещал сказочную викторину. Да ну! Вот тебе и да ну. Что же получается? Ни Леши, ни викторины. Ну почему же? Будет тебе викторина. Да? А кто будет вопрос задавать? А я буду задавать. Ты? А ты сумеешь? А что тут уметь? Задавать, не отвечать. Это точно. Ну тогда задавай. Так, погоди. Надо сначала подумать, какую сказку загадать. Ага. Подумал? Какой ты скорый. Ну, еще не успел подумать. Теперь подумал? Нет, еще не подумал. Так. Думай. Ну, теперь ты подумал? А вот теперь подумал. Так, задаю вопрос. Про кого эта сказка? Вот так вопросик. Ну, откуда же я знаю? Ты подумай. Я ж думал, вот и ты подумай. А тут и думать нечего, не знаю я и все. Ах так, ну и пожалуйста, не хочешь, не надо, не будет тебе никакой викторины, вот. Ну, Коксик, ну как же я могу отгадать, про кого эта сказка, когда ты даже никакого намека мне не даешь? Намек тебе нужен? Ну, пожалуйста. Значит так, их всего трое. Трое? Кого? Ну, вот этих персонажей, все вспомнил. Персонажей. Да, я и говорю, три главных героя. Хороший намек. Хороший. Вот и отгадывай теперь, кто они такие. Сейчас. Один из них, наверное, кот. Точно, кот. А как ты сразу догадался, а? Ну как? Я подумал, что вряд ли ты загадаешь загадку без кота. Да? А почему это ты так подумал? Ну, знаешь, так... Ну, подумал и все. Интересно. А без кого я еще вряд ли загадаю сказку? Может, без петуха? Или, может, я вряд ли загадаю сказку без лисы? Не, ты говори, не стесняйся. Ну, что ты взъерепенился в самом деле, ну? Лучше скажи прямо, есть в этой сказке лиса, петух или их нет? Сам ты взъерепенился, глупые вопросы задаешь. Ну почему это глупые? Да потому что разве может быть эта сказка без петуха и без лисы, если они есть, эти три главных вот персонажа? Вот именно. Так бы сразу и сказал. Значит, кот. Кот. Петух. Петух. И лиса. И лиса. Ну, слушай, теперь вот эту сказку. Жили-были в лесу кот и петух. Кот пошел в лес за дровами, а петуха оставил дом стеречь. На ту пору пришла лиса. Сел под окошком и запела: петушок, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Петушок. А петух? Петух. Что петух? Взял, высунул голову в окошко, а лиса хвать его в когти и понесла. Закричал тут петух: несет меня лиса за темные леса, за синие реки, за высокие горы. Котик, братик, выручи меня. Кот, конечно, услыхал, бросился в погоню. Догнал лису, отбил петуха, принес его домой. Смотри, говорит Петя, не слушай лисы, не выглядывай в окошко. Она тебя съест и косточек не оставит. Ну? А что ну? На другой день ушел кот опять в лес. А петуха дом стеречь оставил. А лиса? Лиса пришла, конечно. Снова песенку свою запела. Петушок, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам и зернышек. Как услыхал петух про зернышки-то,
Так и высунул голову в окошко. Лиса его хвать в когти понесла. Закричал петух. Несет меня лиса за темные леса, за синие реки, за высокие горы. Котик, братик, выручи меня. Вот, услыхал кот, пустился в погоню, отбил у лисы петуха. Говорил я тебе, Петя, что ты лисы не слушал и в окошко не выглядывал. Смотри ж, я завтра далеко уйду, не услышу тебя. Ушел кот в лес, а лиса снова подкралась под окошко и песенку запела. Три раза пропела, а петушок все молчит. Вот молодец, а? Да ты погоди его хвалить. Лиса-то его все равно обманула. Сделала вид, что ушла, сама за домом притаилась. Петух высунул голову, а она его тут и сцапала. Сколько ни кричал петух, кот его так и не услышал. А когда пришел домой, то все сразу и понял. А как понял, помчался к лисицыной избушке. Примчался, гусельцы настроил и запел. Трень-брень, гусельцы, золотые струночки, еще дома ли лиса Фекума во своем ли теплом гнездышке? Ну, лиса-то, конечно, сразу догадалась, кто это поет. Да нет, ей просто интересно стало. Вот вышла она на порог, а кот хватит ее по голове. И пока она в себя приходила, взял петуха и домой отправился. Вот тут и сказочки конец. Ух ты, а кто слушал, молодец. Вот это ты, Зубок, молодец. А вот петух, он совсем не молодец. Если бы он послушал своего друга кота, да, так и не попал бы в лапы к лисе. Ну, что скажешь, Зубок, получилась у нас викторина? Конечно, получилось. А раз получилось, давай с ребятами прощаться. Мне, знаешь, что-то спать захотелось, и вон, поздно уже. И правда, спать хочется. До свидания, ребята. До завтра. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.